Здорово, меня зовут Тальтер, ты находишься на канале Check It Out, и это прослушка. Наконец-то я добрался до Салуки, альбом «На человека». Тут всего 7 композиций. Давайте заценим уже. Вторник. Салуки продуктивный чувак. И альбомом порадовал, и мини-альбомчик подоспел. О, какое мощное начало. Не помню, откуда эта музыка. Но... что-то старенькое, в общем. Где мы спасены крови? Салуки в своем репертуаре. Не, ну жирное начало, жирное. Музло топчик, конечно. Неплохо. Вернулись. Ну клево, мне нравится. Начало классное. Ему надо клипы уже начать выпускать. У него всего парочку, по-моему, если не один. Круто, круто. Эпичное такое начало. Fuck shit, motherfucker. Вкус твоих слез. Тоже что-то известное засэмплировано. Ну, либо это интерполяция. На Genius не указано, к сожалению. Припев и бридж одно и то же, в принципе. Просто с эффектом, да? Не знаю, но по музлу снова все круто. И по тексту. Так. Мне определенно нравится битло здесь. Часть первая. И эффект прикольненький. Агрессивненько так, ничего так. Мощно. Красава парнишка, просто мощь. Я уже добавляю себе эту тупень. Вот это круто, вот это интересно звучит, как-то это интересно слушать. Но опять же, на вкус и цвет, конечно. Так, 0.33. Мне нужно... Я думал, дальше будет оркестр прям. Прикольно, прикольно. Охренеть, он вообще просто разъебывает каждый бит. О, у меня мурашки идут, чуваки. Я просто в ахуе. Блин, Сенечка, ну ты, конечно, малорик. Да охуенно. Просто не знаю, что тебя будет ждать дальше.
только в треке, в самом треке. То есть музло вообще топчик. Фу. Так, на человека. Ту-ту-ту. Короче, очень крутой, очень профессионально сделан альбом. Крутой флоу. Классно, интересно слушать. Охуенно. У него прикол, короче, менять музло, да? Классно, классно, классно. Не нужен лед на мой ролик. Ну, в общем, такой прохладненький трек. Отвлекся немного, тут пишут мне просто. Так, ну и последний трек, к сожалению. Жесткое окончание. Так, 777. Вот, тут еще первоначально должен был быть 104, но не попал почему-то. Поэтому, видимо, тут аутро. Лайтово. Отличные треки для завершения этого альбома. Как это он такой атмосферный. Запиченный Салуки. What the fuck? Короче говоря, Салуки на человека очень крутой релиз. Мне все зашло. Мне. И музло крутое, и текст, и флоу. Короче, ну я не знаю, Сеня на самом деле очень круто сделал. Постарался. Вот такие вот исполнители, такие рэперы, мне нравятся. Такую музыку мне интересно слушать. За этими исполнителями интересно следить. Здесь нет тупого фристайла под биты, причем биты, ну, такие. А здесь прям вот все охуенно. Короче говоря, это по-любому стоит заценить. Если не заценили, то, ну, обязательно послушайте и погоните в наушниках. На этом все. Пишите в комментариях, какой трек вам больше всего зашел. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out!